Отразится ли как-то на туристах начало Рамадана и священный праздник, священный месяц Рамадан? Я считаю, что нет. Никак на туристах это не отразится. Пожалуйста, пейте, курите, кушайте в любом месте. Единственное, что это может быть немножко вызывать раздражение человека постящегося. Ну, вы понимаете, например, если вы бросаете курить, и вокруг вас все курят, радует вас это или нет? Конечно, нет. Поэтому легкая нотка зависти будет, но туристы – это священные, туристы почитаемые, уважаемые, поэтому делайте, что хотите, но не переходите границы, и все будет нормально.